Все детали по обмену пленными между Донбассом и Киевом согласованы, списки утверждены. Процедура должна состояться уже на этой неделе. Об этом стало известно после сегодняшней встречи в Москве. В резиденцию патриарха Московского всей Руси Кирилла приехали главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, а также лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Переговоры по этому вопросу, напомню, активизировались после того, как в середине ноября Медведчук попросил Владимира Путина посодействовать процессу. В качестве посредника выступила и Русская православная церковь. Патриарх Кирилл выразил надежду, что обмен пленными станет первым этапом на пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Этот процесс был очень и очень непростым. Я хотел бы выразить благодарность всем участникам, и тем лицам, которые сейчас здесь находятся, и тем, кто сегодня здесь не присутствует, за понимание важности того, чтобы в канун Нового года и Рождества Христова произошел обмен пленных всех на всех. Сегодня является отличительным и знаковым то, что именно в резиденции патриарха произошел этот этап, где мы сняли все вопросы, мы обменялись утвержденными списками. 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле 306/74. Надеюсь, что украинская сторона придержится тех обещаний, которые дает и вам, Виктор Владимирович, и вам, ваше святейшество, и нам.